Привет, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусное ячменное печенье. На мой взгляд, это самый удачный рецепт. Нам понадобится ячменные хлопья, нужно взять овсяные, сливочное масло, яйца, сахар, ванилин, мука и разрыхлитель. Добавки могут быть различными: изюм, орехи или шоколад. Смешиваем в миске яйца, сахар, ванилин и размягченное сливочное масло. Взбиваем все миксером. Добавляем хлопья, прорабатываем слегка миксером. После этого я работаю ложкой, миксер нам больше не понадобится. Добавляю муку, разрыхлитель и все тщательно перемешиваю. После того, как тесто готово, можно раскатать шарики, приплюснуть их и выпекать на пергаментной бумаге. Я буду готовить вот в такой форме. Раскладываю тесто по форме, уплотняю ложкой и отправляю форму с тестом в заранее разогретую до 200 градусов духовку. Печенье выпекаются в течение 10-12 минут. Печенье хорошо вынимаются из формы. У меня получилось 17 штук. И вот такое оно получается в разломе. Очень вкусное, нежное, слегка рассыпчатое. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким!